это такие шорты? Мне кажется, что это обувь. Застегивают на липучке. Это удобная современская обувь. Их одевают вместо сапожек зимой. В резиновых сапожках тепло. У них есть каблуки. Это такие туфли, которые носят женщины. Модницы и взрослые. Носят они летом. Тоже из ниточек. Можно всем носить. Ну, это Япония носит. Если жарко, можно носить. Их могут украсить узорами, и они может нарисованные. И на них легко можно ходить по лужах. Це такі рукавиці, щоб зимою, ну, коли грати в сніжки або там ліпити снігу, то буде холодно, якщо без рукавиці йти. Підстави всі носять теж. Це сапоги середні. Бувають синього, розового, білого. Я би хотіла собі темно-розового. Це дуже теплі сапоги. И их тоже носят зимой. Одежда? Эту одежду носят в всех странах зимой. Их носят китайцы на голове. Мне кажется, что это пышное платье. Может быть, в Китае или в Карпатах. В разных странах можно носить это. Такие специальные снаряды. Пушки на корабле. Такие столы стеклянные. Ну, мальчики какие сильные, может носить вот так. Из этого боку и из этого боку. И мой папа может носить стул. Но если ему поможет кто-то из друзей. Но если они держатся на ручках, если винтики отпали, то она может поехать и разбиться. И конец столу. Их носить нельзя. Можно пораниться очень. Окей. Это такая одежда, но похожа на жилетку. Да, вот на мне жилетка. Вон-то это луна, потому что она желтая, оранжевая. Вон-то это такая еда, которую можно ее кушать зимой. Из молока и еще из банана. Ну, маме скажу, чтобы приготовила. Унты. Це, щоб надівати на вухо, щоб було красиво. Унти треба носити, щоб украшати вухо. Їх носять тільки дівчатки. Унт – це таке украшення для дівчаток. Може бути бантики на голову. Бантик на футболке или на юбке. У меня такие украшения тоже есть. Это такие куртки, которые можно ходить под дождем. Это дождевая куртка. Не знаю, это как на ведомые животные. Но если вы застрянете их в джунглях, лучше пишите у нас комментарии. Борти – це наколінники, як скейтборд, тільки вони защитники. Воно похоже на плащ, щоб люди носили, одягали, коли холодно. Обувь буває різноцвітною, чорною і білою, як у мами білої. Це такі швидкі мотоцикли, щоб їздити на них. Це штани, які можна носити зимою. Это большие форточки, чтобы закрывать окна. Вот форта – это такое место, которое можно увидеть друзей. Площадка ресторана.